Личинку, которая собирается плести кокон, муравьи переносят в отдельную камеру и начинают обкладывать ее камешками. Процесс это долгий, муравьям спешить некуда. Наконец личинка полностью скрылась под грудой камней и начинает плести кокон, закрепляя нити камешком вокруг себя. Муравей-нянька ждет рядом. Вот, наконец, он решил, что пора снимать камешки, и приступает к делу. Кокон еще очень тонкий, сквозь него видно, как личинка внутри продолжает его плести. Когда кокон будет полностью очищен, муравей-нянька перенесет его в камеру, где хранится приплод. Здесь личинка превратится в куколку и будет созревать внутри кокона.